Ну и макнул его прямо мордой в спагетти. Эй, Томми! О, привет, босс, как дела? Рад, что ты здесь. Пожалуйста, босс. Я хотел отобедать у Пеппы, а Карло заболел. Подбросишь? Да, конечно. Чудно. Я уже голоден. Пушка с собой? Да. Понадобится? Ну, на всякий случай. Морелло последнее время притих. А может, зря я переживаю? Ну, как идут дела там? Вы же знаете как. Все отлично. Конечно, знаю. Я каждый день просматриваю книги. Но с тех пор, как случилось то, что случилось... Капа должен лично говорить со своими солдатами, без посредников. Ну, теперь мы вводим дела с людьми поприличнее, чем раньше. Хорошо, что у нас столько важных шишек на содержании. Все лучше, чем эти мошенники, которые толкали пойло до 21-й поправки. А, Том, это только начало. У меня большие планы. Очень много важных людей хотят быть в доле. Рад это слышать. Должно быть доволен. Хорошо отдохнуть от Полли и его безумных идей. С вами, босс, общаться интереснее, это уж точно. Еще бы. Но мы с Полли и Сэмом по-прежнему друзья. Мы через многое прошли вместе. Да, и не говори. Ждал этого обеда всю неделю. Попробуй здешнюю касату, Томми. Еще вина? Эй, вина за столик, скорей. Вам понравится это вино. Это... Дон Сальери! Привет, мой друг. Прошу вас. Рад видеть, папа. И я. Эй, сюда. У нас важный гость. Что сегодня в меню? Моя мама специально для вас приготовит капонату. Эцеленте, браво, браво. Мольто бене. Позвольте подвинуть ваш стул. Вот, прошу. Давай, давай. А к блюду кьянти. Я берег это вино только для вас. Бене, бене. Отдыхайте. Молодец, что бросил пить, Том. Ну, Сара пообещала, что уйдет, если не брошу. Я знаю. Она сказала? Нет. Это моя идея. Пьяницы размякают, Том. Я не хочу, чтобы ты допустил фатальную ошибку. Для вас и для вас. Пепе. Еда превосходна, как всегда. Мольто грацио, Дон Сальери. Похвала от такого гурмана, как вы, это большая честь. Да. Ты бы знал, что этот гурман ел на ужин. Ложись! Какого черта? Морелло! Вот мудак, не дал мне вино допить.
Эй, Сальери! Давай, выходи, решим все быстро! Выкури его, Джо. Черт, аккуратней! Через ту дверь не выбраться. Вы как? Бежать не смогу. Мы устроим им засаду. Я отвлеку их. Выходи из черного хода и обойди их. Уверены, босс? Замочи их всех, Томми. Никто из них не должен выжить, понял? Понял, босс. Вы держитесь. Том, только поторопись. Чисто! О, ну и яйца у тебя, парень. Ты спас мою шкуру, Том. Нужно идти, босс. Скоро приедут копы. Минуту, дух переведу. Я отвезу вас назад в бар. Нет. Зачем в бар? Мы поедем к Карло. Этот пидор знал, куда я поеду. И внезапно заболел? Он кинул вас. Нас, Том. Ты тоже мог здесь погибнуть. Да, знаю, босс. Карло живет с одной бабой в Холбруке. Узнаем, что он может нам поведать. Жми на газ, Том. Пока Карло дышит, я с каждой минутой становлюсь все злее. Да, босс. Не могу поверить, что эти козлы посмели разбить мою машину. Ну, конечно, это Карло. Кто же еще? Его папаша когда-то был дружком Морелло. Яблоко от яблони, верно? Я плакал на его похоронах. А на похоронах его сына буду хохотать во все горло. Его мать уже овдовела, Том, а теперь она останется одна до конца своих дней. И ради чего? Ему что, бабок на дурь не хватало? Я втопчу его рожу в асфальт. Знаешь, Ярахт, я так рад, что это случилось. Одной крысой станет меньше. А мы, наконец-то, займемся Морелло по-настоящему. Это была последняя капля. Похоже на то. Принимаешь человека в семью, находишь ему место, оказываешь ему уважение, и вот так он отвечает тебе на добро. Если это все он подстроил, что еще он мог им выдать? Ферма, букмекер, засада на парковке. Все это могло быть его рук дело. Господи Боже! Этот мерзавец годами все сливал Морелло. И до нас это дошло лишь, когда они меня едва не прикончили. Давайте я пойду первым, а? Вдруг Карло ждет нас. Нет, Том. Мое лицо будет единственным, что увидит этот мудила. Неблагодарная продажная тварь! Тебе лучше исчезнуть, дед. Тебя ждет закрытый гроб, Карло! А!
В порядке, босс? Да, притомился. Дай-ка отдышусь. Надо же, жирный и быстрый. Не дай ему удрать! Помогите! Кто-нибудь! А ну вернись, Карла! Меня хотят убить! Эй, мы еще не закончили! Тоби, я могу все объяснить! Прошу, подумай! Дай мне поговорить с боссом, я все ему объясню! Томми, пойми, Морелло пообещал убить мою маму! Меня заставили! Заставили! Они меня вынудили, Томми! Прошу! Все еще жив? Не уверен. Как ты? Все путем? Да. Кто это? Постой-ка. Это Горди. Точно. Эй, Горди, как дела, приятель? Тебя не узнать. В чем дело? Ты говорил, у тебя проблемы в доках, так? Ну, все было под контролем. В общем, я кое-что разузнал. Этот урод планировал стачку. Стачки вредят бизнесу, если не сам их устраиваешь. Верно. Пора сменить руководство в профсоюзе. Ты же не против? Конечно. Славно. Так. А что насчет второго дела? Поэтому я и здесь. Сальери еще жив. Вот сука! Что случилось? Пока не знаю. Наши парни мертвы. Ресторан разнесли на куски. Хватит ныть. У нас тут важная тема. Что насчет этого Карло? Мы нашли его труп. Голова раздавлена, как арбуз. Никогда такого не видел. Сальери понял, что Карло его сдал. Твою мать! Я даже свои мысли не слышу! Начнется война? Я же сказал, заткнись, пидор! Война началась, когда мы убили Пепона. Теперь она станет явной. Что я должен делать? Что я всегда... Пусть парни смотрят в оба и будут наготове. Хорошо. Я им передам. Еще. Будь осторожен, братишка. Ты тоже, Дон Морелло.